В наше время для всех романтиков и не очень открыты практически безграничные возможности для того, чтобы устроить своей половинке незабываемое приключение. Уроки верховой езды, прыжки с парашютом, скалодром, пейнтбол. Вот только свидание обычно ассоциируется с большими тратами. И часто радовать своих любимых получается, увы, не всегда. Мы с этим не согласны и абсолютно уверены, что можно дарить потрясающие эмоции хоть каждый день. И главное, без серьезных вложений. Прогулка по городу на велосипеде, роликовых коньках или обычном скейтборде уже никого не удивляет. А вот роллер-серфы, джамперы, велоскейтборды, снейкборды, гироскутеры, моноколеса – другое дело. Если у вас или ваших друзей есть хоть что-то из этого списка, смело надевайте шлемы, наколенники и вперед к ярким эмоциям. А если нет, берите мяч и отправляйтесь на спортивную площадку играть в баскетбол. Но не просто так, а на желание. Поверьте, чтобы лишний раз не мыть посуду, девушки забивают трехочковые на раз. Никто не отменял и уроки зажигательных латиноамериканских танцев. Даже если медведь наступил вам на обе ноги, вы все равно получите массу удовольствия. Лето – волшебное время года, а природа – ваш главный союзник в борьбе за самое романтическое свидание. Любоваться звездами, закутавшись в теплый плед, встретить рассвет на берегу реки, наслаждаясь крепким кофе из термоса и пением птиц. Построить замок из песка, запустить воздушного змея, свежий воздух и солнце заряжают энергией, дарят отличное настроение и при этом все абсолютно бесплатно. Если с погодой не повезло, дома тоже найдется немало развлечений. Можно начать изучать смешной по звучанию иностранный язык, скачать видеокурс с уроками по философии мультсериала «Симпсоны», начать вести свой видеоблог. И даже если вы не наберете миллионы подписчиков, вам точно будет что показать своим детям. А завершить вечер можно настольными играми или твистером. Нелепые па никого не могут оставить равнодушным. Именно в детстве мы испытываем самые яркие эмоции. Так почему не повторить? Купить сахарную вату, мыльные пузыри и отправиться в парк на аттракционы или на детскую площадку. А еще можно вспомнить о том, что мы становимся по-настоящему счастливы только тогда, когда делимся счастьем с другими. Устройте мини-субботник у себя во дворе, в парке или на речке. Соберите мусор, который часто оставляют после себя отдыхающие. Станьте волонтерами в детском доме, приюте для бездомных животных и в других организациях, где нужна ваша помощь. То, что вы получите, совершая добрые дела, куда дороже любых свиданий.